В Крыму на 53 рубля сократили прожиточный минимум из-за снижения стоимости продуктов. По данным властей, подешевели свежие овощи – помидоры, огурцы, лук, картофель, виноград, куриное мясо и яйца, замороженная рыба. При этом еще в октябре Крымстат сообщал, что стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму с начала года увеличилась на 4,7%. Резкий рост цен зафиксирован на апельсины, морковь, свеклу, сахар, маргарин, крупы, кисломолочные продукты. Повысились цены также на парфюмерные и косметические средства, табачные изделия. Цены на продукты в Севастополе некоторые депутаты и вовсе считают самыми высокими в стране. Рост цен ощущают и жители Крыма. Да все буквально, все. Каждую неделю на 4-5% дорожает. Я вам честно говорю, я на ценники не смотрю. Я захожу в магазин, покупаю то, что мне надо, и ухожу. Чего орать? Надо работать, зарабатывать деньги. На овощи и фрукты подорожали. А так, в общем-то, как бы, ну, молочное немножко подорожало. Новатор вот джанкойский там 64 был, теперь 67 литр молока, в общем. Что подорожало? Все. Ощутимо? Ощутимо. Особенно масло сливочное, мясо и все прочее. В Центробанке рост цен в Крыму объясняют неурожаем и ослаблением рубля. Неблагоприятные погодные условия и сокращение площадей посевов сахарной свеклы и подсолнечника привели к подорожанию этих продуктов. Яйца и мясо птицы подорожали из-за повышения стоимости импортных компонентов производства. Ускорение инфляции связывают с временными факторами – снижение урожая ряда агрокультур, ослабление рубля, курортный сезон.